Какого черта? Зачем вы это сделали? О, нифига, ты Жазик Митрохин. Бесит меня, чувак, вообще. Если врать, то после тебя и каждый раз, когда брату наперу, то мы становимся, как Ева, твоя аска, чисто жаба и... Работник месяца, криворукий. Как дури рэпер кизяк, как солнышко и кисляк, как переспект и прессеф, как Канье Вест и Шиза, как Влад Волов и мастер-шеф, а город запеканка, и налог едва на пьяну. День, ты можешь молча посидеть, а? Хорошая прическа. Демьян трубку не берет, а мне нужно, чтобы меня кто-нибудь забрал, иначе они меня... Ага, мне вообще все дела проще, по этой школьной культуре, конечно. Ты понимаешь, что они меня убьют? Эй, чувствуешь? Да, су, весь класс против меня. А секрет в том, чтобы не показывать им, что ты умеешь. Иначе всю жизнь будешь бегать. Ладно, пока, я занят. Какое все, если они... Алло, Азик, Азик! Нужно ли это понятие? Давно пора понять. Не чужд, хотя приятен. Нитшианский лабиринт. Убер самого себя. Но лучше вместе выпью стопку, чем один из сапога. И я набираю... Говорю, хочу. Драка уже закончилась. Цифр с чувством давно забытым. Гуляем по лабиринтам. Цветных хмельных бутылок. Сгребая зарядом ряд. Разойдитесь с винопасом. Мы с братом будем гулять. Варюх, я даже постараюсь спасать, да? Хоть по пустыне ледяной, хоть на огненные поля. Если в ад, то перед тобой, если врать, то после тебя. И каждый раз, когда я брату наперу, то мы становимся, как Ева двояска. Чисто жаба и Наруто, как Тучи и Петроград. Меркурий и ретроград, как дури рэпер кизяк. Как солнышко и кисляк, как переспект и прессеф. Ну а с кем ты хотел отвернуться? Не с тобой. Привет. Нет, стой! Че, нет, не вот? Не, я могу кого угодно. Никого не хочу. Все нормально, я не буду ревновать. Да я не могу так, я его не люблю. Так, а кого ты любишь? Я тебе тоже. С тобой, что можно вместо тебя все то, что нельзя врать, только после тебя, вот только перед тобой. Но пока рано, дорогой, нам на покой. Ой, дружба. Нужно ли это понятие? Давно пора вместе. Понять, не чужд, хотя пока смерть не разлучит нас. Тубер самого себя, но лучше вместе выпью стопку, чем один из сапога. И я набираю, как клубнику. Сдается мне, что среди нас Иуда. Азик, как ты мог? Че я мог? Как в первый раз и как в последний. Не представить, не понять, но я видел, будто на медне раздавали всем по 30 серебряных в кошельке. Я слышу их звон везде, кроме звука твоей ходьбы, брат. Вот перед тобой, врай после тебя, вместе с тобой, что можно вместо тебя, все то, что нельзя, врать только после тебя, вот только перед тобой. Но пока рано, дорогой, нам на покой. Вот перед тобой, врай после тебя, вместе с тобой, что можно вместо тебя, все. Это реально с Митрохиным друг. Мы с ним встречаемся. Я знаю, почему ты мне не отвечаешь. Ты слышишь? Что мы сблизимся, а потом все. Тебя в ад, а меня в рай. Но знаешь, мне этот рай вообще не усрался. Ради нас я готова принести жертву сатане. Увидимся на похоронах. Хоть по пустыне ледяной, хоть на огненные поля. Если в ад, то перед тобой, если врать, то после тебя. Варя, Варя, стой! Ой, Гена, ты чуть совеселье не пропустил. Варя, не надо, потуши это. В смысле? Я же так-то для нас это делаю. Я тоже в ад пойду за тобой. Ты меня учил давать сдачи, вот я сейчас дам сдачи. Слушай, дурацкая идея, ты об этом пожалеешь. Почему это я пожалею? Ты же хотел, чтобы мы вечность были вместе. Кое-что изменилось. Что изменилось? Надоела смешная обезьянка, да? Всегда бы это делала! Всегда все выбирают кого-то, кроме меня! Ты бы, если бы не мой брат, то даже внимания на меня не обратил! Варя! Варя! Ты же демон! Потушист! Я больше не демон! Вот что случилось! Я теперь смертный неудачник! А что ты мне раньше не сказал? Потому что ты заполнена демона. Красивого, величественного, да?
Ты дурак? Я запал на того, кто говорил со мной, когда всем было насрать. Кто смотрел на меня по-другому. А тебе плевать, кто я? А ты меня поэтому бросил? Я тебя не бросал. Я запаниковал. Мне было плохо, страшно, тревожно. Ну так это нормально. Ты же теперь человек. Я теперь везде человек.